Короче, сегодня я в этом ролике хотел научиться ездить на велосипеде, а точнее фрирайду научиться прям. Хорошо, со мной сегодня Максим, мой личный водитель. И он меня отвезет на одном байке. Поскольку у него байк пока что в нерабочем состоянии, мы поедем вдвоем. Что? Это вот такой лайфхак, как вдвоем ехать на велосипеде. Да, это такой лайфхак. Как вдвоем поехать на велосипеде? Мне нужен просто оператор личный, потому что, ну, ставить камеру просто неудобно на пол. Вот, поэтому мне нужен оператор. Я выбрал несколько мест, где можно будет поездить, поехали. Но потом их покажу, лучше в год, когда едем. Поехали. Съехаться. Чисто разогревчик. Мне кажется, Мы прыгали выше. А Гриша, вот прыгай. Я заеду и съеду, на. Я календарь. Я календарь. Мне кажется, я немного похуже прыгаю. Ну, у тебя сложнее прыгать. Я не буду, конечно, оправдываться, но все равно вынос руля, ему полегче с ним. Вынос бы поменять, а был бы еще идеально. Короче, я планирую спрыгнуть отсюда, но есть проблема. Если я задену задним колесом и одну из лестниц, есть шанс, что колесо может лопнуть. Это фигово на самом деле, потому что у меня и так 5 заклеек или сколько там на колесе. 5 их, и шанс есть. Ну а попробую. Думаю, ничего случиться не должно. Давай. Я календарь. Я смог. Ну, кстати, ничего, да, нормально было. Подписывайтесь на канал. Нормально спрыгнул? Да, очень. Еее. Все. Давай. Я календарь. О, молодец! Меня не засекали! Там люди проходящие так смотрели на меня, я не знаю, как на гитлера. Тима, что я здесь прыгаю? Что скажешь? Нормально, круто прыгнул. Крутой. Ой, я бы на Гришином так бы подпрыгнул. Профессиональный фрирайдер Екатеринбурга сейчас хочет съехать, подпрыгнуть и показать по-настоящему, как мне нужно прыгать. Согласен? Профессиональный фрирайдер Екатеринбурга. А я так же, что ли, прыгнул? Нет, ты повыше. Повыше? Ну, надеюсь. О, я понял, где я могу спрыгнуть. Вообще, может, сначала из угла? А, заебись. Да, естественно, да. Я календарь. Я календарь. Ты лучше всех прыгнул, ты просто сразу на 2 приземляешься, и да. Все. Ты уже научился просто. Yes. А Гриша что, тоже ведь на 2? Он на заднее приземляется. Заднее, перед, это нормально. Ну, он нормально. Больше на заднее приземляется. Причем ты так же раньше. Можно попробовать отсюда. Будем? Я сам боюсь. Блин, я бы здесь прыгнул. Я не буду риск пасть туда. Я календарь. Ну, как тебе? Нормально. Чуть-чуть на заднее, вот чуть-чуть. Нормально. Нормально. Страшно. Костя сейчас будет прыгать. Мало скорости. Должен прыгнуть нормально. Мало скорости. Скорости мало. Но он не спрыгнет. Жалко. Не, блин, скорости не хватило. Да я понял уже, скорости. Пиздец их шибанул. Блин, скорости не хватило. У тебя, знаешь, минус в том, что у меня, видишь, толстая труба, да? И у меня встает вот такой вынос, да, удобный. Ну. А у тебя она тонкая, и у тебя не встает такой вынос просто. Мы не встали. Вот что мне. Ну все тогда. Всем пока. Всем пока-пока.